Администрация Читы продлила конкурс на замещение должности главного архитектора города и его заместителя главного художника. Претенденты должны иметь высшее архитектурное образование, опыт работы не менее 2 лет. Прием заявок окончился 15 сентября. Из многочисленных кандидатов осталось всего 6. Вообще, Забайкальский призыв объявил проект, был объявлен в середине августа. И 15 сентября мы закрыли этот проект. Получили мы 119 заявок на участие в проекте. К сожалению, видимо, участники не совсем точно посмотрели требования, и участники были с образованием бухгалтера, юристы. Если сегодня он увидит такого кандидата, тот, который отвечает всем требованиям, у него все есть компетенции для того, чтобы возглавить это направление работы города, и, возможно, ему будет предложение приступить к работе уже в ближайшее время. Если такого не увидит заказчик-работодатель, тогда мы продолжаем поиски. Кандидатам предстояло выполнить 4 задания. Первое – разработать стратегию для привлечения работников на субботник. Второе – найти изъяны в генплане Читы, добавить что-то свое и подумать о рисках. Третье – рассказать о будущем города. Последнее – разработать инфраструктуру определенных улиц, которые стали бы настоящим магнитом для горожан. В то же время мы очень тесно связаны с людьми, для которых мы работаем, для которых мы все это делаем. То есть вся наша работа, она направлена на то, чтобы люди наши жили более комфортно, в удобном, красивом городе. Для решения этих задач нужно углубиться, знать всю кухню до конца. Mm-hmm. А пока не изучишь вопрос, ты не сможешь дать на него ответ. Представим, что вы стали главным архитектором Читы. Что бы вы сделали в первую очередь? Ну, во-первых, надо сначала им стать. Это раз. Что бы именно я сделал? Тут все равно не зависит от одного человека. Зависит от команды, как она будет работать, какие будут поставлены задачи. Если Николай Сахаров не уверен, что займет высокий пост, то некоторые его соперники вообще не видят конкурентов своему таланту. Организаторы молодцы. То есть я считаю, что это было вообще-то сложно сделать и придумать, но в принципе сделано, я оцениваю, как в общем на профессиональном уровне. И, то есть я так понимаю, что создатели кейсов, они не архитекторы, но, в общем, вот у них все равно удалось какую-то вот эту волну профессиональную поймать. Видите ли вы сегодня здесь очень серьезных конкурентов для себя? Если честно, нет. То есть вы достаточно уверены в себе, уверены в своей, возможно, дальнейшей победе? Да, да, я уверена. За ходом проекта мы продолжаем следить, тем более, что выбор архитектора для Читы – событие важное. Город уже имел печальный опыт, когда на этой должности оказался человек, равнодушный к облику малой родины и комфорту его населения. Юлия Сидельникова, Ирина Петрова, ЗапТВ.